Я тут. Классно. Сейчас тебя еще пока не видно, но уже слышно. Сейчас люди как раз переподключаются. Да, у тебя видео что-то пока не работает. Странно. Ну, Я вас жду. оно как бы там типа показывает, что оно грузится, но все никак не догрузится. Ну, как минимум тебя слышно, это уже хорошо. У меня бывали ситуации, что я начинала вести вебинары, оказывалось, что там интернет недостаточно, и, в общем, меня не было видно, только голос было слышно, и тоже в итоге было нормально. Сейчас как. Сейчас хорошо, сейчас тебя и видно, и слышно. Вот у нас 18 человек пока переподключилось, я думаю, давай еще минуточку подождем, Да, просто конечно, чтобы конечно. как раз те, кому интересно, вы это услышали. Хотя я не знаю. Давайте, наверное, пока те, кто подключились, если у вас есть еще прям в тему дополнительные какие-то вопросы по поводу конфликтов. Нет, не все закончилось, наоборот, все только переначалось, мы выключили просто предыдущий эфир, потому что он ограничен длительностью в час, и переподключились. Вот опять пишут двоит звук. Двоит звук у Саши или у Андрея? Подскажите, как там со звуком? Андрей, скажи что-нибудь, я что-то говорю. Опять стал дублироваться звук у Андрея. Окей. Я вообще молчу. Андрей, попробуй тогда снова выйти, войти, тогда, мне кажется, помогло. Ну, давайте. Ну, давайте. Давай, сейчас как раз, пока все переподключаются, ты тоже это сделаешь. Сейчас мы тогда Андрея переподключаем, чтобы у него со звуком было все получше. Ага. Я вижу, что с нами Любаня, судя ну по как, всему. ну как. Ну, мне все это время хорошо ответил. О, пишешь, все хорошо. Окей, давай, тогда продолжай. Или начинай. Интересно про нуклеарные и ненуклеарные семьи, как это устроено у вас? Это вот продублировали вопрос. Не знаю, если вы мне разъясните, что такое нуклеарное да. и ненуклеарное. Да, дальше напиши своими словами, что ты имеешь в виду. Но если я могу своими словами объяснить, то мне кажется, лучше, если Даша, которая задает вопрос, чтобы она сама пояснила, в чем ее интерес, заодно остальных просветит на эту тему. Ядреные. Ядреные, у нас все, конечно, ядреные. Да. Может быть, слишком личный вопрос. Интересно про нуклеарные и ненуклеарные семьи, как это устроено у вас. Интересно, сохраняется ли парность в долгом времени, есть ли в поселении истории про нескольких партнеров. Ага. Ну, то есть нуклеус – это ядро, как бы, то есть есть, например, есть же поселения, в которых там, типа, практикуются открытые отношения, и люди в своих парах там обмениваются или там идут, там, общаются там с другими партнерами, но сохраняют там, типа, какое-то постоянство, типа, видение пары там со своим изначальным партнером. Вот. Ну, просто, да, есть разные поселения, там, например, в Тамере, в Португалии, там вообще они прям, ну, как-то у них это фокус внимания, в том числе, ну, как бы, на, типа, там, свободе и все такое, но это, типа, свобода с ответственностью, что, там, если ты хочешь, там, пообщаться с, там, с партнером из другой пары или, там, с другим человеком, тебе нужно, там, получить подтверждение всех заинтересованных лиц и, как бы, со всеми договориться, что, ну, как бы, что все согласны, и тогда ты можешь это делать. То есть, говорят, что, типа, для того, чтобы, там, ну, грубо говоря, что-то такое сделать, тебе нужно там где-то 5 шеринг-кругов для того, чтобы все высказались по этому поводу и все согласились. Ага, а опять Андрея выкинула. Надеюсь, его выкинула не от того, на какую тему мы стали говорить. Сейчас, я думаю, он переподключится быстренько. О, с нами Алекс, свобода! Обалдеть, Алекс, привет, я тебя вижу. Круто. Алекс – это представитель танца, который называется Freedom Dance.
Тему конфликта оборвали. Нет, не оборвали, мы сейчас как раз про нее будем говорить, про тему конфликта. Вот мы как раз все переподключились именно да, ради этого. Слышно, видно? Да, да, теперь снова тебя слышно. Наверное, давай. Тема была настолько щекотливая, что у нас интернет упал деревенский. Да. Он такие вещи не выносит. Это ответ, да, наверное? Да нет, ну это не то, чтобы ответ. Если интересно, я могу сказать, что... Ну, во-первых, для нас такого вопроса, он, в общем-то, не вставал никогда. И каким-то естественным, возможно, путем, а возможно, это просто все-таки наш настрой, если говорить в целом про сообщество, у нас все наши семьи, ну, все мы, это просто сообщество крепких, устойчивых семей. Внутри каждой семьи, безусловно, происходит своя работа, это то, о чем я как раз пытался начать говорить. Вот. Ну и, конечно, тут как-то обобщать достаточно сложно, потому что в каждой... паре, в каждой семье история, история совершенно, истории совершенно разные, свои, ну и они разный срок давности, так сказать, имеют. Вот. Ну, мне, я могу разговаривать. Так. Да, тебя на минутку выключила, а теперь раз, опять слышно. Раз. Да, говори. Ага. Да, продолжай. Это... Все-таки мы живем в век высоких технологий, но они иногда не настолько высокие, чтобы все так легко получалось. Да, это застряло. Застряло. Да, да. Вроде сейчас нормально. Сейчас нормально. Да. Ага. Я могу так сказать, что, ну, что мое личное представление об этой теме, по поводу парности, парности такое. Я считаю, что Если над отношениями работать, а отношения такая штука, в моем понимании, которая есть всегда непрерывная, постоянная работа. Если говорить про пару, и мужчина и женщина в паре это понимают, принимают и работают, то и будет результат, он может длиться. То есть эти отношения могут длиться сколько угодно. Я со своей женой, мы вместе 25 лет. И это всегда была работа. Но это та работа, которую мы сами выбрали, от которой мы получаем удовольствие, от которой мы получаем детей, всякие интересные идеи, проекты, волшебство, и все что угодно. Но это наш выбор. И я считаю, что он, нужно, если это для тебя ценно, то и работай в этом направлении. И то, что про я хотел сказать про решение конфликтов в семье, это вот, наверное, тоже немножко созвучно этому вопросу. Тут просто, если с городом проводить какое-то сравнение, то семейная жизнь в городе, она имеет такой нюанс. Когда, например, возникает у тебя проблема в семье, то достаточно несложно от этой проблемы куда-нибудь срулить. Например, на работу пойти, пахать там без продыху, или в клуб пойти с друзьями, бильярд играть, или в театр, или увлечься экстремальным спортом и уйти в поход. В общем, масса вариантов, как можно отвертеться от проблем в семье, от того, чтобы эти конфликты как-то вот с ними работать. Вот, а когда ты оказался в глуши, в Алтайской, в маленьком домике внутри своей семьи. Работа у тебя, если она есть, то она прямо тут же. И не сбежишь, и не скажешь, дорогая, я на работу, пошел мне надо. И начинает вылазить все, что было невысказано, невыражено, все, что было, накопилось, и ты начинаешь с этим работать, потому что вариантов-то нет. Начинаешь учиться, быть искренним с самим собой, искренним с партнером, хоть это и страшно. И начинаешь просто эту связь потихонечку, помаленечку как-то выстраивать, усиливать ее.
И при всем при том, жизнь-то сложная, и помимо вот этих вот проблем, которые просто изнутри отношений идут, есть масса проблем, которые связаны просто с тяжелым бытом, с непривычными какими-то условиями. Вот привыкли мы, что у нас там... Не знаю, еда не знаю, в холодильнике еда, стоит какая-нибудь, какой-то любимый йогурт у жены. А тут холодильника нет, потому что электричества нет. И йогурт нет, потому что магазина нет. И это может в конце концов женщину привести к стрессу. Я, конечно, немножко утрирую, но такое тоже случается. И ты учишься понимать, что, например, для тебя это вообще какая-то ерунда. Как вообще из-за этого можно переживать? Что за хрень устраивают эту истерику из-за йогурта? Ну, это я такую условную ситуацию придумал. Но, тем не менее, ты начинаешь понимать, что есть такая вообще банальная, совершенно базовая ошибка, которую совершают, наверное, практически все. Это называется «судить по себе». Потому что, понятно, а по кому еще судить? Но опыт вдруг, если вдуматься, он начинает тебе говорить, оказывается, для этого человека вообще по-другому, и для него действительно очень болезненно переживается отсутствие йогурта в холодильнике, а тем более отсутствие холодильника в принципе. Вот. И когда ты немножко расширяешь... Свой образ восприятия реальности, ты понимаешь, что люди, они очень по-разному мир воспринимают, совсем не так, как ты, и их эмоциональный фон может срабатывать на какие-то триггеры, которые ты даже вообще не замечаешь. Но для них это не является менее болезненным. Чем вот они, например, вот показывают. Надо быть к этому терпимым, чувствительным. Как минимум услышать ближнего — это один из ключевых моментов. Вот, я, наверное, достаточно вширь и вглубь могу уходить. Если вы будете мне как-то уточняющие вопросы задавать, будет хорошо. Знаешь, мне кажется, что это такая ключевая вещь, про которую ты сейчас начинаешь говорить. Потому что начал говорить о том, что вот если есть там, не знаю, закрытая ситуация семьи, и вот есть конфликт, уже невозможно отсюда убежать, вот, грубо говоря, на подводной лодке, и ну, как-то и нужно оставаться здесь и работать с этим. И ты как бы дал один из ключей по поводу работы с этим, про то, что ну, как бы обнаруживать, оказывается, что чувства другого там или его реакции, они там для меня, например, не имеют смысла, а для него имеют смысл. И у него есть там какие-то свои причины вот там это чувствовать или это реагировать. Это одна из вещей. Мне кажется, если ты еще попробуешь прям как-то, не знаю, вычленить и назвать какие-то вещи, на которые можно обращать внимание, то это прям будет очень классный прямо урок, что ли. Вот. Ну, в продолжение того, что я сказал, есть еще такая есть тоже еще банальная такая тоже совершенно вещь, которую очень трудно в себе реально развить. Это называется «не судите». Это примерно о том же, но она немножко более отстранённая, потому что сопереживание — это больше всё-таки о совсем близких людях. Ну, это как бы тебя чаще касается. Партнёры, взрослые дети, например. А когда мы говорим просто о людях в сообществе, переходя к сообществу, то всегда есть такая привычка судить, как я и говорил, судить по себе. Потому что тебе кажется, что вот я бы в этой ситуации вот так же надо было поступать, или ещё как-то начинаешь оценивать людей, хотя понятно, что у каждого абсолютно своя история. То, что модно называть бэкграунд, то есть у каждого есть какие-то свои обстоятельства, не вдаваясь даже в эзотерику и во всякие метафизические вещи. Есть простая биография, и то, что делает человека тем, кто он есть, приводит его в ту точку, в которой он находится, и мотивирует его делать те или иные вещи. И ты не знаешь все эти истории, ты не знаешь все эти обстоятельства. И если ты думаешь, вот я бы делал вот так, ты не можешь
вообразить, вообразить и представить, и перепрожить, или прожить все то, что прожил этот человек, чтобы можно было обоснованно думать, что я бы на этом месте, все вот это условно-слагательное, оно не работает, в данной ситуации. С другой стороны, это не значит, что нужно абсолютно все принимать. Это вот, как я говорил в самом начале, про баланс между какой-то структурностью, системностью и вот какой-то такой спонтанностью и открытостью. Здесь важно открывать себя и показывать себя, что именно происходит в тебе под воздействием действий, например, других людей. То есть, если ты в ответ... пока показать себя, в смысле, то есть, например, не просто говорить там, что я от тебя хочу, а говорить там, что я чувствую сейчас внутри, что со мной происходит, какие параллельно со мной вещи происходят, которые влияют на мое восприятие, да? И таким образом как бы... Постараться... Это тоже вроде как банальные вещи, однако они работают. То есть больше все-таки... Говорить про себя, то есть если возник конфликт, надо не говорить, и не думать, что вот ты, товарищ Петя, не прав, потому что надо было действовать вот так, а ты вот здесь действовал вот не так. Надо сказать, товарищ Петя, в силу твоих действий, вот я вот испытываю такие-то чувства, какие-то переживания, или возникла какая-то реальная ситуация, которая влияет на мою жизнь так-то. Показать этому товарищу Пете, что его действия влияют на меня. И это будет, первый шаг, максимально честный к разрешению конфликта. Потому что тем самым ты как раз даешь товарищу Пете понять, что у меня проблема есть. Я могу дополнить сюда немножечко еще. Можно дополнить прям? Просто у меня на секундочку прервалось. Хочу сказать, что я вижу, что тут задали вопрос, типа, про конфликты в поселении, был ли кто-то изгнан из поселения, был вопрос. Но это можно потом ответить, я просто хочу сказать, что вопрос этот я увидела. Не было. Спрашивает, или закопан. Поэтому молчу. Да. В общем, что... Я, например, когда есть какое-то там, не знаю, там какая-то трудность, я ее переживаю, там, в том числе благодаря ты там, тому, что ты там сделал что-то, я могу также назвать, потому что, возможно, я переживаю не только благодаря тому, что ты сделал что-то, а еще и благодаря тому, что, не знаю, у меня это ассоциируется с такими-то моими воспоминаниями, и у меня там в жизни там то-то происходило, и это делает то, что я на это реагирую даже еще сильнее. Соответственно, всегда есть какая-то часть, которая... Там, ну, грубо говоря, там, ну, какая-то часть, которую я воспринимаю как внешнюю причину, и есть еще какие-то внутренние причины. И когда я называю не только внешние, но и внутренние какие-то свои причины, то я тогда в каком-то смысле немножко разделяю ответственность, что я сейчас переживаю не только из-за тебя. И есть какие-то мои части, с которыми я постараюсь справиться или как минимум осознать, ну, как бы свои ключи какие-то, свои причины. И есть какая-то вещь, которую я прошу тебя изменить, и тогда мы как бы вместе над этим работаем. Вопрос написали. Насколько обязательно именно говорить? Есть ощущение, что без слов в большинстве ситуаций вроде бы все понятно обоим сторонам. Слышно? Да, мне предложили переподключить свою гарнитуру, вдруг это дублируется от меня. Но, скорее всего, нет, но я бы это сделала на всякий случай. Ага, да. Я тогда отвечу на вопрос. Я даже уже ответил на него, но еще раз повторю. Вот интересно, насколько обязательно именно говорить? Есть ощущение, что без слов в большинстве ситуаций все вроде бы понятно обоим сторонам. Хороший вопрос. Да, говорю, Андрей. Да, так вот. Это как или молчи, и так же все понятно. Видишь, обоим сторонам все должно быть понятно, если не говорить. Как раз та самая ловушка, о которой я и говорю. Что ощущение может быть, и иногда даже обеим сторонам действительно кажется, что все понятно и все разрешилось. А потом вдруг через какое-то время конфликт вдруг разгорается с новой силой, и ты говоришь, да мы же тогда все поняли. Я же вот так подумал, ты же наверняка так же подумал. Оказывается, что человек подумал не так, а, собственно, с точностью наоборот. И всем показалось, что все понятно.
И чтобы таких вещей не происходило, лучше все-таки проговаривать. И лучше все-таки, конечно, проговаривать это максимально точно, максимально подробно. И то, что ту мысль, которую ты сказал, тоже хорош, она тоже хороша, я тоже с этим согласен. Что то, что ты переживаешь, это не есть просто, ну, это не то, что как бы та энергия, которую на тебя направил какой-то другой человек, и вот ты проживаешь вот этот вот там, допустим, направленный на тебя негатив. Безусловно, это резонанс, который очень сложный, и сознание наше очень сложно устроено, там много всего, и мало из-за чего там зацепилась эта сказанная фраза, да, ты можешь там вообще чуть не самоубиться, если кто-то что-то напомнил там из твоего тяжелого прошлого, да. Вот, ну и как бы хорошо это проговаривать, хорошо это обозначать. Саша? Да, Андрей, чуть-чуть подальше от рта, держи микрофон, то есть хорошо, слышно? Что ты в него говоришь, да, но держи не так близко к рту. Да, слышно? Да, слышно сейчас. Вот, да, но да. Есть, в принципе, системы, технологии, которые все это дело достаточно подробно расписывают. Не так давно вот дочка у меня старшая стала увлекаться ненасильственным общением, и тоже и нас там давай в эту тему погружать. Ну и знакомы с этой системой? Вот я как раз хотела бы спросить тех, кто сейчас нас слушает, если вы знакомы с ненасильственным общением, дайте какой-то знак. Если не знакомы, то можете тоже написать «нет, не знаком». Хорошая система, которую рекомендую. Ты сама слышала, наверное? Так, я не только слышала, я прямо как-то в теме. Мне как раз интересно было бы у тебя спросить, потому что иногда люди, когда начинают заниматься ненасильственным общением, потом говорят: «А, ничего, это у нас не работает. Вот я, типа, пытаюсь там ненасильственно с ним общаться, а он все равно ни в какую, а он все равно там стоит на своем». Вот. И, ну, мне интересно, чтобы, как бы, твои наблюдения, потому что есть еще такая штука, что, ну, вот есть книжки, например, да, по этому делу там. И, ну, понятное дело, что книжки – это как бы, ну, это перевод с английского на русский. И прям дословно там формулировать фразы, как они предлагают, иногда там человек тебе ответит просто: «Ты что, психолог, что ли? Типа, что ты не можешь нормально по-русски сказать?» Вот, это как бы один момент. Другой момент, что иногда люди действительно думают: «О, если я буду использовать ненасильственное общение, то я тогда так ненасильственно с человеком пообщаюсь, что я, ну, как бы добьюсь своего, просто, типа, буду вот так, ну, что это как бы, ну, то есть, подменяется идея ненасильственности тем, что это будет, ну, как бы, там, типа... Замаскированное насилие. Незаметно и эффективно. Вот эта вот тема, как бы, что есть желание эффективности, путают. И мне кажется, что очень часто, да, как бы путают, потому что ненасильственное общение — это про то, чтобы принять, что у другого есть право чувствовать и думать все, что он чувствует и думает, и у него есть право совершать свои выборы, которые могут мне все равно не подойти, даже если я буду с ним ненасильственно общаться. Вот, что это, да, это не, вот именно, что это не НЛП, и это не манипуляция. Вот. А мне интересно, вот у вас как именно пошло обучение вот этому делу, и на что вы наткнулись, и как вы, ну, то есть, потому что иногда есть такая штука, люди берут какую-нибудь новую классную технологию, которая, типа, классная, ненасильственная, например, ненасильственное общение, там, или драгондриминг, или еще что-нибудь, начинают ее применять, не до конца ее понимая, или не до конца понимая, ну, что ли, философию, которая за ней стоит. А плюс еще ведь работает, ну, как бы не технология, а работают люди. И если люди внутренне не проработаны, то даже пытаясь использовать технологии, иногда просто, ну, то есть они делают там не совсем то, что предлагается, или с какими-нибудь там своими странными намерениями. А потом, когда это не приводит к той эффективности, которую они ожидают, они говорят: «Не работает у нас эта технология», и забивают, и ну, не продолжают ей учиться. Там типа понюхали, попробовали, не приросло, и как бы... И оставляют это и делают все как обычно. И вот мне интересно, как у вас вошло вот тема ненасильственного общения, сейчас, на что вы наткнулись? Смотри, я сильно в эту тему не погружался. То есть, ну, немножко дочка стала увлекаться, приехала, рассказал. Я почитал и, ну, очень много нашел, в принципе, параллелей с тем, до чего я и сам допер как-то в течение своей жизни. Вот. Поэтому отзыв конкретно о ненасильственном общении, я не могу сказать, что я прям последовательно и глубоко, и достаточно вот как бы четко использовал именно эти методы в чистом виде. Да? Сама идеология мне близка, я и сам как бы, ну, думаю, что так и надо. Нужно услышать другого человека, нужно услышать его потребности. Они всегда есть. Всегда в любом взаимодействии есть потребности с двух сторон. И их нужно понимать, их нужно услышать. Это касается чего угодно, и бизнеса, и семейной жизни, и
ну, в общем, все, везде это есть, да? И если ты не слышишь потребности другой стороны, то ни к чему хорошему это не приведет. Как бы ты там ни давил, все равно, ну, никаких долгосрочных и устойчивых отношений не получится. Это понятно, простая логика, банально. Касаемо методологии ненасильственного общения, мне кажется, там все достаточно проработано, и то, насколько я, ну, смог к этому прикоснуться, мне понравилось, как это все сделано. Мне понравилось, и мне показалось, что это все должно работать. Я не могу сказать, что я в повседневной жизни этим регулярно пользуюсь. Как-то, ну, видимо, просто я уже наработал свое, свои методы ненасильственного общения, вот, какие-то, и они мне во мне уже как-то устаканились. Ну, а вообще про любую систему, как ты говоришь, за которую люди хватаются, ну, мое такое глубокое убеждение, что просто любая система, любая деятельность требует последовательного приложения усилий. То есть нужно просто делать внимательно. Есть такое у китайцев понятие гунфу, когда что-то много раз осознанно ты повторяешь какое-то действие, тогда оно только начинает нарабатываться в тебе качественно. Слушай, ну, с другой стороны, получается, вот вы, например, делали, там пытались пользоваться, ты сказал, социократией, да? Опа, сейчас опять что-то видно, что у Андрея подвис интернет. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Это продолжу задавать вопрос. Можете пока что-то написать в чат или как вам откликаться. Еще свои отзывы или вопросы. Сейчас я думаю, что Андрей переподключится. Так интересно мне, что когда видишь вот такие вот прямые эфиры, одни люди подключаются, другие люди отключаются. Интересно, что там у каждого происходит в этот момент. Да, Андрей, ты остановился на гунфу, на то, чтобы повторить все много раз. А я тебе стала спрашивать про то, что, ну вот, например, вы пытались ввести там социократию, и вы пытались ее какое-то время, а потом вы все-таки поняли, что у вас она не в таком виде, как вы это, в крайнем случае, пытались ее применять, она не работает. Соответственно, вы все-таки отпустили вот эту практику. Тут, если говорить про социократию, есть некоторые объективные вещи, как, например, ну, такие выводы, которые я сделал. Социократия просто не работает в малых сообществах, как наше. А, что это слишком сложно для такого малого сообщества, слишком сложная структура? Ну, просто, грубо говоря, там социократия подразумевает распределение сфер, проблем, там, задач на круги. В каждом круге по-хорошему должно быть там как минимум 3 человека, а у нас всего, так, грубо говоря, 4 мужика. Когда мы пытаемся все эти сферы разделить на... Ну, то есть получается просто как бы бессмысленно. Очень получается много протоколов, которые, по идее, нужно все делать. И когда они не распределены на какое-то большое сообщество, то КПД становится достаточно низким. Хотя идея прекрасная, и мы хотим к ней вернуться, но либо как-то адаптировав, либо просто вот немножко подрастем и вернемся. Думаем об этом. То есть не то, чтобы мы совсем отказались. Я могу сказать, что у меня сейчас из моих знакомых есть такое сообщество в Питере, которое называется «Дом средний». Они же те, кто делают метаверситет. И они вот себе сейчас взяли именно как-то поэкспериментировать с социократией. Интересно, ну, то есть они не просто делают, они делают, осмысляют свой опыт, там что-то меняют. Соответственно, если вам интересно будет, то можно даже просто пообщаться, как бы, и там, не знаю, позадавать друг другу вопросы про это дело. Вот они с осени, по-моему, прям у себя это ввели. Сначала осень, по-моему. А что-то я хотела сказать такое, сейчас, секунду. А, ты говорил про гунфу, про то, что повторять все, ну, как бы, действительно практиковать. А, и вот я хотела добавить про ненасильственное общение. Мне кажется, это тоже связано с тем, что ты говоришь, что какие-то вещи надо проговаривать. Просто мне кажется, тем, кто нас слушает, и тем, кто не, там или немножко знаком с ненасильственным общением, или кто будет это изучать, там, мне кажется, есть такой аспект, который легко упустить. Мы иногда, как бы, когда начинаем применять что-то, или там какую-то технологию, или пытаться добиться своего, мы как бы концентрируемся на собеседнике. Когда мы говорим, что там собеседника надо услышать, там, и понять там его потребности, там его причины, то в этот момент можно забыть о том, что вот эта вещь, в том числе ненасильственное общение, она работает в обе стороны. Это не только про то, чтобы там не ранить другого и не оставить его без внимания, и там не упустить его потребности, а и про то, что и мои потребности, то есть я могу пойти с того, что, например,
твои потребности я не услышал, да, и, соответственно, я могу начать там тебя судить и не понимать, что за этим стоит и чего ты от меня хочешь. Но а насколько я ясно вообще рассказал свою предысторию того, что у меня происходит, насколько тебе ясны мои потребности? Потому что мне-то они ясны, что их, ну, там, типа, говорить вслух, да, я просто от тебя требую вот этого. А что за этим стоит и ну, что меня мотивирует у тебя вот это просить? Потому что, может быть, я у тебя этого прошу, а ты не можешь мне этого дать, но если ты знаешь, что именно мне, ну, глубоко лично надо, то, может быть, мы можем удовлетворить мои потребности каким-то другим способом, а не тем, что ты выполнишь там мое требование или там совершишь действия, которыми я тебя прошу. Соответственно, это еще и про то, чтобы быть ясным, а не просто быть ясным в изложении, а прямо остановиться и себя спросить. Вот я сейчас придумал, что я от собеседника хочу вот этого, а чего мне на самом деле надо? Да, я попробую сейчас привести пример там. Например, не знаю, Андрей, может, ты мне тоже поможешь привести пример. Понятно, да, о чем я говорю? Там, например, я хочу, чтобы мы там, если я говорю об этом своему партнеру, да, например, хочу, чтобы мы ложились спать одновременно для того, чтобы мы там типа как-то синхронизировались по, там, по ритмам, например, чтобы мы больше там часов проводили в день вместе, соответственно, у меня есть идея о том, что нам нужно там ложиться спать одновременно и вставать одновременно. Я так сейчас говорю, это не совсем мой пример, обычно это меня партнеры просили, чтобы я там с ними совпадала, а я все время не совпадала, вот. А, соответственно, то есть и это требование, или это просьба, и она может даже, там, человек попытаться озвучить это ненасильственно. Знаешь, когда ты ложишься слишком поздно, мне без тебя там одиноко, я чувствую, что мы там не взаимодействуем достаточно. Это, вот. Но это требование, но это еще не потребность. А потребность может быть, там, не знаю, чувствовать, что мы там вдвоем, чувствовать, что мы на связи. Или просто потребность проводить больше времени вместе. И эта потребность, возможно, может быть решена как-то по-другому, без того, чтобы человека заставлять там переставать следовать собственным там суточным ритмам и подстраиваться под другого. Да, соответственно, если я глубоко осознаю, чего мне на самом деле не хватает, и на самом деле там, не знаю, или не хватает общения, или не хватает чувства синхронизированности, или там мне, не знаю, еще там чего-то не хватает. И возможно, что решение этого вопроса, оно не только такое, которое я придумал, а может быть и какое-то другое решение этого вопроса совместное. А мы иногда начинаем как бы стоять на своей позиции, на том, как мы придумали какую-то проблему разрулить. Соответственно, если я больше расскажу про себя, но сначала я больше расскажу про себя саму себе, я больше себя осознаю и прям проведу время в том, чтобы подумать, ну, как-то самому себе ответить на вопрос, какие мои потребности, тогда я, возможно, смогу... ну, то есть мы как будто бы... Я придумала, как все решить, и я от этого, ну, как бы становлюсь в какую-то сильную позицию человека, который знает, как делать. А если я буду чуть более уязвимым, прям назову свои потребности, зная, что может быть другой, и не захочет их удовлетворять. Как бы оставляя вот эту вот свободу, точно так же, как я хочу другому оставить свободу, выбирать, да, что ему делать. Точно так же и я должен быть готов к тому, что другой, возможно, даже если он услышит мои потребности, это еще и не гарантия успеха. Может быть, он скажет, знаешь, ну, как бы... А мне нормально с тем, что тебе так. Вот, соответственно, какие-то такие вещи, мне кажется, вот понимая философию ненасильственного общения, что это действительно про то, что я никого не могу заставить. Но при этом я хочу быть достаточно ясным, и, возможно, если я сам себя услышал, то тогда я могу то, что я у себя услышал, эту информацию передать другому и дать ему возможность меня услышать. И это не только про то, что пытаться услышать другого и как бы все время орудовать на его поле, там пытаться его понять, услышать, дать ему выговориться. Потому что мне кажется, что у русских людей есть такая манера, как бы общаясь с другим, немножко забывать про себя. И иногда мы забываем про себя, как бы, ну, не... это не очень помогает решать конфликты. Вот это что я хотела высказать на эту тему. Я вижу, что у Андрея опять там подвис интернет. Не знаю, его сейчас выкинет или нет. Да. Андрей, у тебя подвисал интернет, не знаю, ты услышал там то, что я сказала, или нет? Последний вот. Не слышал. Да, я говорю, что иногда мы как бы, у нас есть тенденция, особенно у русских людей, как бы немножко забивать на себя, и в том числе это не очень, ну, как бы не очень помогает решать конфликты, потому что когда я забиваю на себя, начинаю заниматься другим, то получается, что я все время держу как бы другого как источник проблемы. Вот, и недостаточно, ну, как бы свой материал, свою информацию приношу, чтобы другой также мог свободно выбирать на основе, ну, как бы, того, что он, в общем-то, информирован, что со мной происходит. Ну, я считаю, вот, я передаю тебе слово обратно. Угу.
И если про ненасильственное общение говорить, по крайней мере, то, что у меня отложилось, как раз самое первое, что у меня отложилось, это то, что как правильно сформулировать свои потребности, осознать их и потом выразить. Поэтому для меня ННО как раз начинается с осознавания, ну, если возник конфликт, ну, или какая-то ситуация, то для начала ты осознаешь свои потребности, понимаешь, что действительно тебе надо, правильно это формулируешь, чтобы человек смог тебя услышать. Вот. Ну, а дальше уже потом слушаешь его ответ и тоже, ну, помогаешь ему, возможно. У тебя есть Опа, опять подвесил. У тебя есть желание или возможность привести какой-то пример, чтобы не быть голословным? Какой-то просто пример из жизни, непридуманный. Когда там какой-то конфликт был решен за счет того, что человек просто сформулировал, чего он на самом деле хочет. Слушай, ну, мне, наверное, трудно сейчас даже что-то конкретное сказать, но на самом деле в нашей просто семейной практике. Опа. Андрея выкинула, сейчас, надеюсь, его вкинет обратно. Можете пока что-нибудь спросить? Так, я Андрея добавлю. Алло. Да, слышно? Да, тебя снова видно. Стал затыкаться. Так вот, для нас это просто настолько... Чуть-чуть ближе к микрофону, к рту, не внутрь, но чуть-чуть ближе. Да, для нас это настолько сейчас обыденно, что любые, в общем-то, какие-то вопросы и затыки мы решаем именно таким образом. То есть мы просто всегда говорим, ну, возникает какое-то вот непонимание или просто там, ну, какой-то эмоциональный провал. Мы просто, ну, каждый из нас, и я там, и моя жена, например, или старшие дети, просто осознаем, что, собственно, что происходит, какие потребности есть у меня, мы тут же проясняем, какие потребности есть у другой стороны. И просто, ну, видя эти потребности, как только они становятся очевидны, почти всегда приходит ответ, как правильно эту ситуацию разрулить. Как правило, ничего, ну, если это не какие-то прям вот кардинально противоположные вещи, которые никак не стыкуются, ну, я с таким пока не сталкиваюсь, слава богу. Почти всегда проявленные потребности почти всегда находят, ну, показывают, в общем-то, простой выход из ситуации. Вот. Любые совершенно простые какие-то бытовые вещи. На уровне сообщества мы тоже стараемся это делать. Вот. Тоже стараемся. У нас есть такая процедура, мы называем это сонастройка, когда мы собираемся, ну, на такой круг, просто круг доверия их еще называют, ну, или там как угодно, да, сердечный круг там и все такое. И просто проговариваем, что происходит внутри каждого из нас. И как бы одновременно каждый человек совершает два вида работы. Это рассказать про себя, ну, в данном случае не только потребности, может быть, не столько, ну, и потребности тоже, просто в целом рассказать о себе внутри, да, раскрыться. И вторая работа – это услышать того, кто говорит, услышать его по-настоящему, вот, принять то, что происходит. Ну, потому что, если уж тоже про конфликты и глобально говорить, то одна из главных причин вообще возникновения конфликтов – это просто непонимание того, что происходит с другим человеком, с твоим соседом, с твоим там другом, партнером. Вот. Это и есть то самое, о чем, собственно, мы говорили, когда мы сейчас разбирали ненасильственное общение. Просто, с одной стороны, рассказать о том, что у тебя происходит, и, с другой стороны, действительно это услышать, принять, там, ну, то, о чем я говорил ранее, не судить, не пытаться там по себе как-то это воспринимать, а постараться вот прямо услышать, что человек тебе говорит. Ну, а потом, когда дойдет твоя очередь, то и раскрыть себя, и рассказать, а что у тебя, а почему у меня такое настроение, а почему я хожу мрачный, это не потому, что я там на тебя обиделся, а потому, что у меня вообще свои проблемы, у меня там мало ли чего, меня с работы уволили, или птичку жалко, как говорится. Мало ли что. Ну, в общем, это то, что надо просто проговаривать, вскрывать, если при этом в принципе, вот сейчас мы добрались до того, что у нас начинают возникать какие-то действительно ситуации, когда мы на какие-то вот задачи наши внутри сообщества смотрим по-разному. То есть
как развиваться, куда развиваться, как вот решать те или иные там экономические задачи или там организационные задачи. И вот сейчас мы вплотную подходим к тому, чтобы все эти навыки наши, ну, на практике применять и как бы находить вот те самые векторы, в которых наши разные подходы, но все-таки совместятся. Сейчас мы этим непосредственно занимаемся. И, ну, можно так сказать, что вот этот последний год, и вот сейчас эта активная работа происходит в сообществе. Ну и она очень продуктивна. То есть и через какие-то сложности, и через какие-то конфликты. Но мы все-таки движемся в ту сторону. Ты знаешь, вот тоже то, о чем я тоже уже говорил, когда ты осознаешь, зачем ты здесь, почему ты здесь. Это тоже в любых конфликтах всегда важно об этом опять вспоминать. Когда ты понимаешь, я здесь, потому что я решил быть здесь, потому что я хочу, грубо говоря, например, моя цель или мое желание вот выстроить это сообщество, чтобы вот было вот это вот поселение, чтобы оно развивалось. И когда каждый вот это вот для себя понимает, да, мы понимаем, у нас одна есть общая задача. Вот мы все этого хотим. Угу. И вообще правильно, конечно, эту цель совместную тоже проговаривать и ее, ну, как бы прям вот вербализовать, там как-то оформить, записать и к ней возвращаться. Она будет, ну, возможно, какие-то будут глобальные вещи, но и есть какие-то более короткие, да, цели и задачи, которые тоже нужно проговаривать, прописывать, находить общий как бы вид на все на это и на это к этому апеллировать, потому что, ну, mm-hmm. если мы понимаем, что мы делаем, зачем мы это делаем, понимаем, тогда что, например, вот эта вот ситуация, ну, она, вот это вот, как бы, вот этот конфликт, он вообще не из этой оперы, яйца выеденного не стоит, ну, и просто можно, грубо говоря, на него внимание обращать. А вот это, например, это действительно важно, и это касается всех нас, нужно уделить этому внимание всего сообщества. И вот, ну, как бы, какие-то вещи, например, касаются конкретно двух людей, просто там, у них там какой-то резонанс случился, и просто им нужно отдельно с этим поразбираться. И такое тоже у нас практикуется. А какие-то вещи касаются, в принципе, всего сообщества. И, ну, иногда нужно внимание сообщества, чтобы какие-то вот вещи регулировать, как-то гармонизировать какие-то ситуации. Mm-hmm. То есть вот такая вещь. Слушай, внимание, осознавание. Я хочу отозваться вот про эту тему сонастроек. Мне прям как-то хочу эту тему, ну, что ли, усилить, да, подкрепить то, что ты сказал. Потому что мне кажется, что такие вещи, они как бы, ну, типа, это же не дела, это же, типа, не что-то там, типа, важное, срочное, материальное, там, что связано там с нашими планами. Это просто что-то там психологическое такое. Вот, и поэтому очень большая доля вероятности, что люди, даже зная, ну, как бы, об этом, о такой возможности, ну, как бы, не придадут ей достаточно значения и упустят. Вот, поэтому мне прям хочется добавить, что, получается, мы, когда... ну, там у нас мы решаем какие-то дела, или даже у нас уже назрели какие-то конфликты, то это зачастую именно потому, что мы упустили вот этот вот момент просто апдейтить друг друга, рассказывать, что у нас происходит. Если ты не знаешь, что у меня на самом деле в этот момент, там, не знаю, на этой неделе, там, не знаю, с моими родственниками какие-то там трудности, или я там, не знаю, поступаю на какое-нибудь обучение, меня туда не берут, или еще что-нибудь такое, или там у меня душевно там, не знаю, накатывает вот это, вот это, вот это, вот это, и такие воспоминания, то тогда мои действия там в решении каких-то вопросов с тобой, они иногда могут казаться неадекватными, или тебе кажется, я там излишне эмоционально на что-то реагирую, или я излишне резкая, или я излишне погруженная в себя, и ты начинаешь достраивать там, как бы додумывать, что на самом деле происходит, ты можешь это принять лично, ты можешь думать, что это я на тебя так реагирую, ты можешь думать, что это у нас какой-то межличностный конфликт, начать искать причины, вот, или просто додумывать причины, и, соответственно, получается, что просто от того, что мы не знаем, что друг у друга за душой, то дальше все становится сложнее, именно потому что нет вот этого понимания, а, ну вот человек сейчас так отреагировал, но просто потому что на самом деле у него там, не знаю, крестец болит, уже неделю, и он просто внутренне воет, и поэтому он теперь как бы там воет на всех, кто к нему обратился с каким-нибудь вопросом. И, соответственно, вот такой вот как бы апдейт друг друга и себя заодно о том, что у меня сейчас происходит внутри, он получается супер важным, если мы работаем в какой-то постоянной команде, то это, ну, как бы способ
не только решение, но и способ профилактики как бы конфликтов, потому что иногда конфликты возникают просто из-за того, что один другому не тем тоном ответил, а тот не понял, почему ему ответили таким тоном, и уже как бы достроил, осудил там и отреагировал, и дальше идет эскалация. Вот. То есть это как бы отчасти это связано с потребностями, да, иногда потребность просто, чтобы меня оставили в покое, а я сейчас вынуждена там быть на этой встрече, например. Вот. Ну и это связано с тем, что просто у человека у каждого за душой. Я могу привести пример, потому что у меня, например, есть команда, там, с которыми я работаю там, 13 лет, например. Вот, с ребятами, с которыми организуем там Ладожский фестиваль и Тайский фестиваль. Вот, там Ладожский фестиваль в этом году, он будет какой-то 13 или 14, по-моему, 13. Вот. Ну, то есть как бы мы постоянно на связи, у нас постоянно что-то там происходит. И мы реально для себя прям выработали это как, ну, вот, как практику, что мы когда собираемся там, решать какие-то вопросы, там, какие-то орг-встречи, мы всегда начинаем с того, что мы просто разговариваем о себе, мы просто ну, в каком-то смысле как бы тусим, да, то есть у нас есть время, когда каждый про себя рассказывает, что у него сейчас в жизни происходит, без относительно этого фестиваля, без относительно наших каких-то общих дел, а просто рассказывает, что у меня сейчас в жизни происходит, что у меня за душой. И дальше, когда мы начинаем обсуждать дела, то меня уже более понятно, даже если это как бы не имеет отношения к делу. И у нас уже есть какое-то такое, ну, то есть какое-то больше человеческое такое слушание друг друга и человеческое понимание друг друга, и в том числе понимание, что, например, сейчас логично, если я откажусь какие-то вопросы решать или там встревать и брать на себя какие-то обязанности, потому что вот я сейчас в таком состоянии нахожусь, и группа будет меня беречь. И в том числе группа мне может предложить, давай ты сейчас типа отдай нам свои там какие-то даже функции или часть каких-то своих функций, мы тебя подхватим, а ты пока просто отдохни там и ничего не делай. Вот. То есть мне кажется, это такая прям, ну, какая-то ключевая вещь, она настолько простая, что мы ее упускаем иногда, потому что это слишком просто. Вот. Но как бы, а в конечном счете мы, ну, как бы, человеческие люди, и нам самим важнее всего то, что у нас на душе. Вот. Но так как мы других об этом не информируем, потому что это как бы не важно, потому что как бы дела это дела, а там мои внутренние вещи, это мои внутренние вещи. И вот именно тогда как раз общение становится сухим, неэффективным, приходит много непонимания именно из-за того, что мы как бы начинаем разделять себя на человека, который делает дела, типа вот это там ничего личного, просто бизнес, да, и на человека, который внутри что-то переживает. А если возвращаться к целостности, то тогда есть больше возможностей как-то друг друга услышать, понять и, в общем-то, иметь больше гармонии во взаимодействии. Вот, я вот так вот встряла как бы, со своим комментарием. Я думаю, что у нас есть еще минут... Да, я думаю, что у нас есть еще, наверное, минут 10 на то, чтобы поговорить. Вот. И мы сейчас... Ну, сегодня у нас как-то в основном, получается, тема больше посвящена там как бы конфликтам в постоянной группе, все такое. Я думаю, что, может быть, тебе что-то еще есть, что сказать на эту тему. И дальше я предлагаю, у кого есть свои какие-то комментарии, вопросы, какие-то именно по этой прямо теме, больше проясняющие их задать. А по следующим темам мы тогда можем еще сделать один эфир там, в другое время и поговорить снова. Вот, например, мы про детей решили поговорить попозже. Угу. Вот Леня почему-то шлет смайлики со слезами. Я не знаю, что это значит. Смех со слезами. Наверное. В общем, про конфликты. Ну, с моей точки зрения, еще раз. То есть ключевые вещи – это понимание, кто мы такие и зачем мы здесь собрались. И когда ты понимаешь, что это как бы такая отправная, такая основа, да, на которой мы можем дальше разбирать. И вот еще, кстати, одно, ну, по крайней мере, в нашей ситуации важный такой аспект, про который мы как бы вообще не касались, но в Чаджайке у нас, по крайней мере, есть еще, помимо всего того, что мы можем сами делать, всего того, что мы можем сами думать, есть еще такое, назову это, божественное регулирование. Вот. И, ну, с самого начала мы все это наблюдали, я лично, по крайней мере, ну, осознаю это очень четко. И это тоже такая важная философская мысль, что, ну, чтобы мы не думали, не все в нашей жизни можно контролировать, и не на все можно повлиять. И иногда какие-то вещи, когда ты вот, бывает такое, что ты вот уперся, вот в конфликте, ну, не как-то вот не получается не разрулить, не как-то вот даже продвинуться, да, и ты тогда понимаешь, ну, что, возможно, нужно просто дать ситуации просто самой побыть и просто эта ситуация отрегулируется сама собой. У нас просто происходит так зачастую с людьми, которые приезжают,
и внутри сообщества, и с какими-то даже бытовыми какими-то задачами. Это просто еще один важный, еще одна важная сторона жизни, которая не поддается никакому, ну, наверное, не поддается, не знаю, там, с помощью, может быть, камланий каких-то или молитв, разве что. Но есть какие-то вещи, которые просто нужно просто дать им произойти. Так можно. А можешь привести пример? Ну да, да. Непридуманный, такой настоящий. Ну, грубо говоря, даже вот в нашей какой-то организационной деятельности в Чаджаевке, когда мы пытались обсудить какой-то важный для нас, для всех вопрос, и никак не могли прийти ни к какому общему мнению, мы просто разошлись на том, что мы, ну вот, не нашли мы никакого общего решения. Потом резко свобода, там какое-то было там достаточно бурные стихийные проявления, там шторма и все такое прочее. И когда мы через пару дней опять собрались, то было такое ощущение, что просто все какие-то препятствия, которые внутри нас были в момент предыдущего разговора, их всех просто сдуло. И мы вдруг почему-то друг друга услышали, и все поняли, и все стало как-то ясно и понятно, и без каких-либо проблем мы просто нашли то решение, которое всех устраивало. Ну, вот. Ну как это произошло? То есть, ну, можно, конечно, как бы домысливать какие-то механизмы, что каждый внутри себя что-то там поварил, или что-то еще произошло такое, но это просто вот факт. Иногда бывает такое, что люди приезжают к нам и говорят, мы хотим у вас жить, например. И ты понимаешь, что это очень... Ну, я, например, смотрю на человека и думаю, ну, что-то как-то вот мало похоже, что он здесь будет у нас жить, как-то он, скорее всего, не тот человек, который здесь может жить. И вроде бы он не настолько не, так, не настолько не тот, чтобы я ему прямо в лицо сказал, что нет, ты вообще не подходишь нам. Но ощущение такое возникает, и я понимаю, что даже сформулировать этому человеку, что вот он как бы здесь не на месте, я не могу, ну, ему как-то обоснованно это объяснить, да? И я говорю, хорошо, ладно, пожалуйста, давай, живи. И вот он живет, и происходит какая-то цепь событий, которая просто приводит к тому, что через неделю человек говорит, ну да, ребята, у вас классно, но я понимаю, вот это не мое место. Там что угодно может быть. От того, что он просто это понял и ушел, до того, что его там начнут лещи кусать или там волки нападать или еще что-нибудь такое. Да. И даже это не значит, что нельзя думать, что я вот затаил в себе такую злобу и говорю, все, вот изгони его дух Чаджаевки. Я не буду это делать сам, изгони его ты. Вовсе нет. То есть, ну, я спокойно отношусь. Я более того, я понимаю, что иногда мое впечатление может быть ошибочным. Иногда такой человек останется и врастет, и все будет хорошо. И я понимаю, ну да, мало ли что там мне показалось. Ну, тоже, я уж тоже, жизненный опыт мне говорит о том, что первое впечатление далеко не всегда стоит не верить. Хотя оно важно, но оно не является определяющим и не является истинным. Ну, вот. Потом как-то все определяется как надо. Поэтому делай, что должен, и будь, что будет. У меня столько мыслей было, что я хотела сказать, и сейчас, когда ты это сказала, у меня как будто все так исчезло. Да, то есть как бы дать время... дать время, чтобы оно само как-то разрулилось и осозналось, потому что в том числе большую часть работы мы делаем не, ну, как бы не сознательно, а бессознательно, и там разные связи там выстраиваются, перестраиваются, обнаруживаются. Да, и это тоже. Какой-то импульс можно дать, а потом просто нужно время, чтобы он сработал. И в том числе такая получается житейская мудрость, не пытаться, может быть, сделать все, а признать, что сейчас есть как есть, и что мы можем дать этому время. Да, это вообще очень важная житейская мудрость, потому что когда ты чувствуешь, что вот уже все, вот уже уперлись, и все уже уперлись, но вроде как вот нужно достичь результата какого-то. Вроде бы как бы не хочется в конфликте продолжать существовать, да, и там и так изворачиваешься, и сяк изворачиваешься. Опа. Андрей, опять его интернет. Погас немножко. Да, ага. Слышно было? Ты сказала и так, и сяк изворачиваешься.
Мне почему-то сейчас вспоминается такая вещь, мне кажется, что ну, для меня это какое-то самое важное про конфликты. Мне кажется, иногда люди просто, ну, из-за того, что они там не умеют, например, решать конфликты, то конфликтов пугаются, им кажется, если есть конфликт, значит, ну, типа, значит, у нас что-то не получается. Если есть конфликт, значит, что-то не так. И какое-то, мне кажется, это вообще тема устойчивости к конфликтам и способности в конфликте быть. И не пугаться его, и не пытаться срочно его нейтрализовать, чтобы только его не было. Это в том числе какая-то часть вот такой, ну что ли, мудрости и устойчивости. Что если конфликт, это не значит, что все плохо. Конфликт — это, ну, как бы, это несоответствие интересов, или, может быть, там у нас потребности одинаковые, просто как мы их выражаем там по-разному, и нам кажется, что мы не можем найти, да, вот этих стыковок. Или иногда действительно это что-то, что требует какого-то творческого решения, но для того, чтобы творческое решение пришло, нужно какое-то время. То есть как-то вот не бояться конфликтов, не думать, что если у нас конфликт, значит, другой человек плохой, или что если у нас есть конфликт, значит, у нас что-то неправильно, нам нужно срочно менять там, не знаю, систему общения, принятия решений, там срочно переходить на какой-нибудь новый стиль там взаимодействия, общения или все такое. Вот. И мне очень нравится фраза, я уже не помню точно, от кого я ее услышала. Ну, мне кажется, что Джона Крофта, вот, который создатель системы Dragon Dreaming, ну, возможно, это кто-то до него сказал, и он откуда-то взял, что там как бы качественное сообщество — это не то, где нет конфликтов, а то, где конфликты решаются с любовью. А, соответственно, для меня это какой-то тоже прям... Ну, то есть для меня эта фраза, она... Ну, то есть это не просто фраза, она была каким-то таким очень большим осознанием, что то, что конфликты есть, это нормально, их не надо бояться. А нужно уметь как-то с ними жить и решать их с любовью, и в этом и есть основная практика. Как бы, да, согласен полностью. Что в семье, что в сообществе. Вот. Слушай, классно, мне очень интересно с тобой разговаривать, я бы еще, наверное, поразговаривала. Давай, может быть, тогда в следующий раз сделаем про детей, про такое самостоятельное житие с детьми, причем разных возрастов, и как вам там вообще живется. А потом посмотрим, может быть, еще какая-нибудь тема всплывет, которую захочется пообсуждать. Да? Классно. Ну, я заранее тогда говорю, что дата следующего эфира неизвестна. Когда мы соберемся, мы вас оповестим. Там Андрей найдет себе хороший интернет, я найду себе там свободное время. Потому что в последнее время просто что-то как-то очень-очень... Вот пишет, если нет конфликтов, контакт неполный. И лет 25 назад встретил такую мысль. Это пишет Валера. Ага. А я сейчас еще посмотрю, там кто-то что-то еще писал или спрашивал. Потому что мне кажется, что кто-то что-то говорил, но я могла упустить чей-то комментарий, если... А, вот, еще вопрос был. Нам всегда важнее то, что у нас на душе, а если важнее окружающий мир? Вот я на этот вопрос хотела ответить. Просто есть такая штука, что человек может считать, что ему важнее окружающий мир, там он за экологию, там за то, чтобы там, не знаю, там никто в мире не голодал, за то, чтобы не было войны. Я раньше тоже как-то про себя считала, что вот там мне важнее там окружающий мир и все такое. Но на самом деле, если так глубоко копнуть и признать, то в том числе это происходит там, не знаю, пока там, не знаю, на Земле с экологией плохо, мне от этого плохо, я как бы, мне больно. И, соответственно, то есть, с одной стороны, я как бы типа топлю за там за экологию, но на самом деле я просто хочу, чтобы меня наконец отпустило, и чтобы мне было хорошо. Потому что пока там вот это плохо, мне неспокойно. Я не могу там чувствовать себя счастливой, пока кто-то страдает, например. Соответственно, вот эта тема, когда человеку кажется, что ему важнее окружающий мир, тут хорошо действительно как-то быть искренним с собой и себя спросить, окружающий миром что-то не так, а я почему так сильно волнуюсь, да? И зачастую вы обнаружите, что это просто вас внутри очень сильно трогает, и тогда значит все-таки важно то, что у вас на душе. Это мой такой ответ, не знаю, может быть, у Андрея какой-то другой ответ. Ну, вот. Я просто могу сказать, что а где он, окружающий мир-то? Ну, по большому счету, это про то, что все едино, и мы совсем едины. Это разделение между внутренним и внешним. Ну, по крайней мере, для меня это так. Ну, да. То есть, это ну, точно. Да, я, наверное, не разделяю внешний мир. Ну, то есть, как, это есть, об этом можно говорить детально, как бы, в плане, там, каких-то минутных ситуаций, иногда действительно можно сделать что-то такое для окружающего мира, там даже через свои... Ну, то есть это вот про тоже баланс
потребления отдачи, знаешь, иногда люди